Уникальное событие, когда художники рисуют художника. И не так, чтобы с натуры, а с телеэкранов и фотоснимков. Ведь Сүймүнкул Чокморов был еще и актером. Более того, лучшим кыргызским актером прошлого века. И все эти картины показывают то, как наши современники его воспринимают сквозь свою призму взглядов и убеждений. Здесь портреты Сүймүнкула Чокморова выполнены карандашами, маслом, акварелью. Начинающий художник Камербек Джумабаев, чтобы изобразить Сүймүнкула Чокморова, просмотрел много фильмов с его участием. «Джамиля», «Красное яблоко». Но больше всего, признается он, его вдохновил образ, воплощенный актером в фильме «Выстрел на перевале Караш», в котором актер впервые появился на большом экране. И это была его звездная роль. «Я хотел описать характер героя, конечно, не словами, а красками. В фильме «Выстрел на перевале Караш» мне нравится темперамент бедняка Бахтыгула. Он очень серьезный, не лишен харизмы. Вообще, я очень долго думал над тем, как изобразить Сүймүнкула Чокморова. Долго вынашивал идею, и за неделю мне удалось ее передать на холсте. Желание стать частичкой недели памяти Сүймүнкула Чокморова проявили многие, но сделать это удалось не всем. Из большого количества работ были выбраны 10. И мини-экспозиция создана молодыми художниками. Я уверена, что их кисти будут знакомы нашим современникам. И что меня радует, что практически все картины распроданы. Буквально за несколько минут нашлись яркие ценители искусства, почитатели творчества Сүймүнкула Чокморова, для которых это имя имеет особое значение. Личность незаурядная, о которой необходимо говорить постоянно. Цена картин различная от 5000 сомов. Амирбек Джумабаев совместно со своими учителями из Института художеств оценил свою картину в 34 000 сомов. Краска все-таки дорогая, да и вклад художника бесценен. Но торг уместен. Отметим, все свои картины мастера кисти писали именно к неделе памяти Сүймүнкула Чокморова, которая завершится 1 декабря. Анастасия Соболева, Ролан Кемельбеков, Александр Симонов, НТС.